Всем привет, и с вами Данек. И сегодня у нас распаковка пассажирского самолета Ту-134 пассажирский региональный узкофюзеляжный самолет, разработанный в КБ Туполева, предназначенный для перевозки на совсем небольшие расстояния, то есть как Москва-Петербург, Москва-Петрозаводск. И было поручено Хрущевым создать самолет. Самолет с маленьким шумом, то есть чтобы он меньше было шума в салоне, в отличие от Ту-124 и Ту-104, чтобы пассажирам было максимально комфортно долететь до своей точки назначения. Первый прототип был выпущен в 1963 году. Ну а теперь приступим к распаковке. Так, здесь у нас инструкция. Значит, модель можно сделать в двух вариантах. На шасси и на подставке. Начинаю буду делать на шасси, потому что мне так удобнее. Тут можно сделать Ту-134А, а можно сделать Ту-134Б3. Такая инструкция. Значит, также здесь еще что-то такое, бумажка непонятная. Так, ну теперь распаковываем. Тут мы видим ледники, детали фюзеляжа, крылья, также шасси, стабилизатор и киль. Двигатели также, это вот, не знаю, носовая часть самолета вот для Ту-104Б3. А Ту-104А, вот видите, она стеклянная. Что ж, это была распаковка модели самолета Ту-134АБ3. Всем спасибо, до свидания.